кататотория, отсюда начинает движение, и тут берет вторая рука. Вот мы вошли в эту позицию, и берет вторая рука. Сейчас делать в коленях нельзя, потому что здесь мы будем, нас уронят. Когда работаем без этой руки, мы эту руку можем вытянуть доминированно, да? То есть мы можем партнера вывести даже на эти. Когда включена здесь вторая рука, ты не нависай, она не дает нам вот эту использовать тягу. Держись. Просто держи. То есть вот это я не могу сделать. Я не могу эту руку сейчас вывести. Она зафиксирована второй рукой. Отсюда тогда мы поднимаемся, выносим ногу и потом уже входим. То есть вы должны в голове держать общую схему движения. Но если возникает вторая рука, вы должны выходить и делать уже в стойке. Когда Ханыха Начава зарет и дори, завершается техника в стойке, не на колени. Первое. Нас берет партнер захват, мы начинаем двигаться, и возникает. Как только он возник, поднимаемся, выносим. Раз. Два. Что такие стали деревянные? Раз. Оп, второй захват. Два. Три. Мы еще вообще не в движении даже ходим. Фактически стационарно. Часто в основном эту схему технику показывают упрощенную, другие там школы. Не знаю, где они это. Они берут вот сюда и встают вот так. То есть, ну, схему делают такую. Кто им поможет вот таким образом встать и им там не помешает, я не знаю. Потому что когда вторая рука втыкается, вы начинаете подниматься. У него есть хороший шанс вывести нас с равновесия. Заключается, что мы почти не поднимаемся. Мы остаемся для него в том же уровне. Усиливаем воздействие, заставляем его сделать контакт. И выключаем его руку. Вот здесь. Алло!